Ребята, а почему мы так мало говорим об эволюции Mercedes C63? Давайте вместе проследим этот невероятный путь. Итак, начнем с поколения V24, царствовавшего с 2008 по 2015 год. Под капотом этого зверя рычал атмосферный 6,2-литровый V8, выдающий около 451 лошадиной силы, а в особых версиях, как C63 AMG Black Series, мощь доходила до 510 лошадей. Семиступенчатая автоматическая коробка передач разгоняла машину с 0 до 100 км в час всего за 4,3 секунды. Агрессивный дизайн и роскошный салон сделали его любимцем публики. Переходим к поколению V25, выпускавшемуся с 2015 по 2021 год. Здесь царствовал 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, выдающий до 503 лошадиных сил в версии C63S. Автомобиль мог похвастаться семиступенчатой трансмиссией AMG SpeedShift MCT, разгоняющей его до 100 км в час примерно за 3,8 секунды. Улучшенная аэродинамика и передовые технологии превратили его в настоящую гоночную машину. И, наконец, последнее поколение V206, стартовавшее в 2023 году, это гибридное чудо сочетает 2-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель с электромотором, выдавая умопомрачительные 677 лошадиную силу в версии C63 SE Performance. А 9-ступенчатая автоматическая коробка передач делает его вершиной инноваций и мощи. От грубой мощи V8 до передовых гибридных технологий Mercedes AMG C60 T3 продолжает расширять границы производительности. А какое поколение нравится вам больше всего? Делитесь в комментариях.